Пришло время Старкрафта. Это Старкрафт 2. Командир, программа обучения обновлена. Угу. Ну, не буду смотреть обучение. Это Старкрафт 2. Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Ага. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре. Угу. И отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Собственно говоря, что же база это минимум? Это вторая, ну вот она база, как я понимаю. Это вторая миссия, первая, она очень легкая, там не надо было ничего строить. Это вот в этой придется строить. Обучить морпеха. Окей. Пусть обучаются. Построить КСМ. КСМ это типа рабочий, так, рабочая машина. Кому навешать? Что мне нужно сделать? Просто... Всё понятно. Так, я сохранюсь. Надо нарастить войска и, собственно говоря, захватить вражескую базу. Получается так. Бегу, марш! Задавим их интеллектом. Отлично. У каждого морпеха... Давай, удиви меня! Можно посмотреть. Количество убитых врагов. Весь пеновый гейзер, отлично. Что происходит? Ремонтировать. Построить здание. Что пусть пока рабочие работают. Я забыл их распределить сразу. Вооружен и опасен! Веспена у меня пока нет, есть только минералы. Как скажешь. Пойду, кто на новенького? Пойду пока разведаю. А точно, сэр? Что за спешка? Опана. Круто! Отлично. По-моему, у меня пока хватает рабочих. О, можно лабораторию построить. Я уже заждался. Задавим их интеллектом. Отлично. Понятно. Я уже заждался. Почему бы и нет? Командир, опа-на. Доминионы атакуют базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Надо помочь повстанцам. Значит, к нам они пока не сунутся. Дайкус, этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Не дождусь! Давай, удиви меня! Приказы будут! Видите, тут есть союзники, можно помогать. Найс. Вовремя вы появились. Отлично. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Отлично. Добро пожаловать в команду, парни. Рейнер молодчина! О, я могу теперь это ребята Рейнера! Вот пусть пока морпехи гриндятся. Вооружен и опасен! Твою... Задавим их интеллектом! Найс. К черту, Доминион! Угу. Бегом! Я уже заждал! Это типа тоже теперь мое. Кому все... навешать? Так, надо сохраниться. Ой. Сохраниться. Вообще я в эту игру когда-то давно играл. Очень давно. То есть особо не помню. Задавим их интеллектом! Превосходно! Надо пока захватывать территорию. Все понятно. И смотреть, чтобы на мою базу давно бы так не нападали. Вон они! Прочь с дороги! Я уже заждал! Убейте их! Еще бы! Понятно! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Черт. Найс, но они не суперсильные. Приказы будут? Где тут раненые?
Смотрите-ка, я почти подошел к вражеской базе. Вас понял! Приказ получен! Точняк! Интересно. Так, почти. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Биотуалеты стоят. Так точно! Превосходно! Вооружен и опасен! Что не дождусь! Это не самый сложный режим. Вход в систему управления экраном. А то, что я пока расшифровка кодов защиты. Управление экраном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку, и можно убираться этот отсюда. Смысл был вот этот артефакт. То есть мы ради этого артефакта сюда пришли. Отлично, я не на все 100% выполнил, но главную задачу сделал. Хорошо. Мне кажется. Да, тут главный герой какой-то ополченец. Это как бы за ополчение. Получается, мы управляем отрядами ополчения. Трофей. Каково это? Воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, да, Тайкус. Зерги жесткие. Это компания. Я не сказал, это компания Мистер Крафт. Значок. Ага. Шериф. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? 2396 год. На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Как-то так.